Яндекс Ньюс. Итак, личное утро. У нас сегодня в гостях председатель Латвийского общества русской культуры и член консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова. Здравствуйте. Доброе утро. Мы вас хорошо знаем, и наши слушатели тоже хорошо знают. И вот сегодня в программе «Личное утро» познакомимся несколько с другой уже стороны, как с личностью. Мы тут читали про вас, вашу биографию, и обнаружили, что вы, кроме того, что член многочисленных организаций различных и вдохновитель там праздника «Татьянин день» и так далее, вы еще член правления Старообрядческого общества Латвии. Это так? Да, и это одна из моих таких внутренних ипостасей. Я крещенная староверка. Не могу оценить, что я как бы проявляю себя очень ярко, но анализируя жизнь, вот эта позиция староверов, где бы они ни были, я знакома и с румынскими староверами, и с российскими, там, сибирскими, понимаете, у этих людей есть что-то общее, что роднит. И вот я в себе это нахожу. Они в эмиграции в основном. А я бы по-другому сказала. Нет, почему? Вот в России, в Сибири. Аляска. Как же там? Да, там тоже. Там тоже. Понимаете, умение в любом пространстве сохранить себя, очень не отказаться. Очень закрытое общество. Да, да. Или наоборот, не афиширующее, не моющее белье при чужих. Да? То есть все хорошо всегда. Умение жить. А все проблемы внутри, они решаются. Абсолютно согласен. У меня подруга есть. Ну, подруга нашей семьи в Даугавпилсе. Она через такие передряги проходила. И мы только поняли, потому что она староверка. То есть вы сама вот из семьи староверов, да, получается? Да, да, а да. Расскажите немножко о своих родителях, может быть. Откуда они? Вы знаете, а вот мне очень хорошо здесь, в Латвии, по ряду причин. То есть вот такая ипостась с двух сторон. И корни, и вся моя родня по папиной линии – это местные латгальские, малтовские, резекненские староверы. И я была очень рада, что в детстве я знала и двоюродных, и троюродных, и четвероюродных своих там сестер и братьев. И все большие праздники мы справляли все вместе. Поэтому вот для меня вот эта такая общинность, она какая-то такая естественная составляющая. Вопрос родины не стоит, да? Вот совершенно, да, это мое, это, понимаете, мы на подсознании все это впитываем, в детстве даже не понимаем. А где это можно было собраться таким количеством народа? Это тоже очень интересный момент. Это нужно быть старовером. Не только. Оказалось, что я тоже узнала поздно или вообще никогда не придавала этому значению. Оказалось, что дед у меня Логвин Иванович, тоже такое имя чисто староверческое. А Логвин – это имя? Да, да. Папа был Василий Логвинович, а дед у меня Логвин Иванович. Да? Большаков. Угу. Вот в девичестве я Большаков. Да? Так вот, он оказался был красным латышским стрелком. В свое время там в 16-м году уехал в Питер, поступил там в этот стрелковый батальон, и потом, вот, вероятно, что-то было. Спросить его об этом я не успела, потому что я еще была школьница. Только помню, что приходили какие-то пионеры, и там на большие праздники, юбилей революции, еще что-то, поздравляли его. Самое интересное, что он не радовался и нигде не афишировал. Только помню, к бабушке приходил какой-то тоже такой же старый латышский его друг, который писал по-русски стихи, хотя бы. И потом они сказали, что они вместе служили. Ну, вот только сейчас я знаю, что такое латышские стрелки, какой они путь прошли, да. И никогда не знала, что там были и русские, и поляки, и евреи. В общем-то, в латышских стрелках были все, кто здесь жил и кто эту землю хотел защищать. Под каким-то, в каком бы составе она ни была. То ли в Российской империи, то ли в Российской республике, то ли еще как-то. И дед очень часто вообще об этом очень мало говорил. Но, вот теперь я понимаю, но за то, что, вероятно, в его биографии был такой этап, когда они из Резекне, которая после войны была достаточно... И Резекне, Латгалия была все-таки не в очень хорошем состоянии, переехали в Ригу, им выделили участок земли на Югле. Там есть небольшой сектор между Мурино и Силцема частных домов. Они и сейчас есть. Мурино, да? Улица, да? Да, улица Мурино и улица Силцема. Вот в мою бытность начинался застраиваться вот эта Югла, первая Югла. Одноэтажная, да? Пятиэтажная. Первые хрущевки, первые хрущевки, потому что у бабушки была корова, у нас были лисы, у нас были куры. Лисы? Лисы, да, потому что недалеко там какая-то лисоферма была, и они давали вот частникам
содержать лис, выращивать, сдавать еще что-то. У меня лис и какой-то... куры, это же несовместимо. Нет, ну это... Нет, это в разных шуба, местах. Это шуба и яйца. Нет, вот именно, практически, да? Потому что там, конечно, всякие клетки и все остальное. Нет, я к тому, что вот я выросла... Я бы приручила лис. Да, и 8 соток потом отрезали до стандартных 6. Но что интересно, вся наша улица была только латыши. Все семьи были латышские. И это был частный как бы сектор. Потом мой отец мечтал всю жизнь получить ту же землю, вот это желание своего дома, выстроить свой дом. Потому что начинали мы в этом доме дедушки, их было 4 брата, и вот они все пристраивали к этому большому дедушкиному дому. И только потом, когда папа попытался получить участок земли, чтобы тоже строить себе дом и уйти от родни, оказалось, что в советское время получить землю в собственность практически невозможно. И у меня всегда была вот эта такая внутренняя проблема. А как же дед? А как же он получил? И плюс рядом с нами был медик, академик. У него был двухэтажный дом. За нами чуть дальше был скульптор, у которого были огромные камни стояли. Мы там все лазили в детстве. Там разные, разношерстные дома. Вот Смолины справа – это хрущевки, а слева вот эти одноэтажные, друг на друга не похожи. Вот, абсолютно верно. Да, и оказалось, что это была та латышская интеллигенция, которой, наверное, было выгодно, я не знаю, чем-то расположить, подкупить или что-то, и они все получили. И вот оказалось, что мы единственные русские староверы, которые имеют. Все, рядом у меня была Кармена. Кармена – это моя подружка детская, с которой мы по улице бегали, да. Вот. Дальше Аусма, чуть подальше. То есть вот я росла в таком пространстве, когда вся улица, я говорю, латышская, и мы, одна семья русская, которая, используя то, что у нас частная земля, да, сад, вся родня рижская собиралась у нас в саду. Настаивалось вино, брашка, да, огромный стол под яблонями, и вот все, как я сказала, двоюродные, троюродные, четвероюродные, все приезжали. И вот в таком каком-то общинном, добром, веселом состоянии, да, вот этих праздников, и похорон, и свадеб, да, и дни рождения, наверное, каких-то государственных праздников, да, мы были. Я всех знала. И все знала, у кого какие судьбы, за кого там переживать надо, там, у кого удачный брак, у кого неудачный. Это такая естественная социализация, которую ты не понимаешь, но перед тобой картинки или сериал, не просто картинки, да, который идет. Это по папиной линии. А мамочку папа привез, она у меня орловская, из глубинки... Орловская губерния. Да, вот из глубинки России, да, из Подмосковья. И из очень обеспеченной, не просто от дворянской семьи. Но в 37-м дедушка был второй раз. Первый раз мой дедушка по маминой линии был на строительстве Беломорканала. Да. На севере. И вот там даже какие-то фотографии. Я сейчас, когда была на Соловках, я смотрела эти фотографии. Как, да, он там был, как ссыльный? Как ссыльный. А. Их в 29-м году, называется, раскулачили, потому что было огромное. 30 гектаров земли, был свой дом, поместье Богдановых. Мама у меня Богданова. Красивая фамилия, да, Богданова. И дед был Богданов. 12 человек. Вот до сих пор помню, как дед рассказывал, что они считали, как убирать урожай. То ли кого нанимать, то ли серпами жать, то ли заказывать какую-то жатку. То есть вот такая хозяйственная, да, и все соотносить, и все считать. И там еще до школы мне давал какие-то математические задачи, которые на логику. Поэтому в школе у меня математика была лучше всего. Пошла я в гуманитарное, вот наперекор. Это, как я шучу, мое староверческое, делать все наоборот. А начинала я с такой хорошей математики. Вот он рассказывал, подождите, он рассказывал, вы говорите, то есть вы с ним общались? С дедушкой? Да. Да, я была любимица. А мама, он доживал здесь. Они выехали, когда они уехали, они так называемые вятлак. Да, под Вятку Кировский, да, там и вот и место Райниса, где он еще дуревится. Но мы ездили всегда, надо было сено запасти. И вот я до 8-10 лет каждый год была в Кировской области, даже уже граница Коми. Это уже граница Коми, где мы дедушки и бабушки помогали запастись сеном, чтобы там коровок подержать. Потому что и маму, и мамину сестру они вырастили за счет вот того хозяйства. Которое было. Да, до сих пор помню. Вот обида, которая у него осталась. Да? Дед у меня был пчеловод, занимался уже там в Сыльном, когда на вольном поселении. Да?
и поставил, наверное, 5 или 6 ульев. Но тут же была жалоба о том, что эти пчелы жалят соседей, что запретить разнести. Это вот я говорю там в Каю. Так дед построил такой чистокол высоченный, более 2 метров, что как бы выше человеческого роста, чтобы пчелы, ну так, якобы летали повыше. И вот для меня это всегда было нонсенсом. Почему люди вот всегда не любят, когда кто-то занимается делом? Почему вот было просто вытравлено какое-то желание? Вот самообеспечить непросто. Уже дед, когда здесь сюда, к нам мама привезла дедушку сюда, своего отца, да, у нас в Риге, вот в нашем районе, где я сейчас живу, да, в 2-этажном многоквартирном доме были ульи. И я вот пчел никогда не боялась не быть. Когда кто-то машет и что-то, я вспоминала, как мы с дедом доставали эти соты, да, и срезали. И на юге, да? И лучше жвачки нет, это уже за 2 дну мы попали. Ну вот, лучшие жвачки, это был вот этот воск с осадками меда для меня. Да, это такое удовольствие и такое естественное состояние. Вот так начиналось мое детство, с 2 как бы таких рек, истоков. И поэтому я очень хорошо чувствую русскую душу здесь балтийскую нашу, да, и общинность и единение людей, которые любят делать дело, не афишировать свою позицию, но уперто стоять на своем. Я напомню, у нас в гостях сегодня в личном утре Елена Матьякубова, председатель Латвийского общества русской культуры. И вот как мы сейчас рассказывали, член правления Старообрядческого общества. Уперто стоит на своем. Да, ну вот вы же, когда жили там, вы сказали, у вас вокруг латыши были, да? Да, то есть вы же жили, в общем-то, и в латышской среде тоже. Вот я и хотела сказать, понимаете, когда начались изменения, когда развалился Советский Союз, вот очень многие были в такой позиции великой русской культуры, при том, что я председатель Латвийского общества русской культуры, да, вот, вот наши особые роли, наши особые миссии, вот эта проблема русского характера, русской души, особенности русской души, вот она для меня всегда была тоже такой интереснейшей темой. Все-таки есть эта особая, загадочная русская душа, или это вот наша мифология самим себе, чтобы показать нашу какую-то эксклюзивность. И вот, наверное, это детская жизнь, да, приучила меня к тому, чтобы не бояться быть в меньшинстве. Вот очень многие люди стремятся быть гуртом, доминировать моптом. Как-то. Нет, нет, большинством. Да. И вот большинство всегда, да, большинство всегда правы, большинство. А для меня важнее даже тезис о том, что если один солдат шагает не в ногу, это не значит, что он шагает неправильно. Вот быть особенным в меньшинстве и не отказаться за компанию со всеми. Для меня это показатель внутренней силы и очень важен. Поэтому, когда очень многие, я даже в России выступаю, в Москве часто на конференции, я говорю, использую термин национальное меньшинство, мы все, их тоже это так тербит. Елена Васильевна, ну почему вы допускаете этот термин? Вам что, нравится? Я говорю, да мне не нравится, он функционален, раз. Но я не боюсь быть в меньшинстве. Я не откажусь от этого за компанию с кем-то, потому что большинство, да, и на сегодня такая меньшинственная дискриминация во многих европейских странах есть, потому что чисто технически меньшинство никогда победить не может. Законы демократии говорят, что большинство решает. Но сегодня мы достигли или должны достигнуть такого этапа, когда интересы меньшинства должны быть учтены. И вот для меня это чрезвычайно важно. И вот это детство, когда я была одна на улице, была естественно, говорила на своем языке, и очень естественно слышала латышский язык. И для меня он не мешал мне, не раздражал меня. Он был составляющей частью моего детства. Такого нормального, гармоничного, счастливого. Да, это вот недавно тут снова вспоминали то, что Лев Толстой говорил про патриотизм, какой он ужасный, да, и он приводил пример в этой своей мысли, что общественное мнение – это как раз плохо, потому что, когда формируется оно, ну, не то, что плохо-плохо, да, но должно быть свое мнение, и общественное – это когда власти начинают манипулировать этим мнением, составлять его, и сегодня это очень легко, понимаете? А сейчас это, да, сейчас этот это патриотизм. Это целая наука, да, НЛП, да. Когда людей с помощью определенных информации, подачи, акцентов… Как будто бы общественное мнение, оно может быть истинно, потому задают, что общество, да, на самом да, деле… Да, задает. А что, где для… Вот все равно спрашиваю.
Малая родина. Как вы этот термин понимаете? Если вы говорили про русскую душу, вот да. У вас есть малая родина? Вы знаете что? Конечно, как это моя югла. Малое меньшинство. Вот понимаете, да-да-да. Это югла, это наша югла, вот эти наши дома. Я мечтала переехать в эту хрущевку, потому что там все удобства, там все. И потом была такая друзья счастливая. Там, да. Да, и друзья, и школа там, да. И там вот в основном, конечно, были русские ребята и мои подружки. Все, и мне казалось, там вот какое-то такое прогрессивное будущее. А мы тут с этими козами, курами и всем остальным такая деревня, да. Ну вот, а потом я поняла, как эта глубинность. Я прекрасно разбираюсь в сортах яблок, потому что дед высаживал и сажал яблоню за яблоней, куст малину за малиной. И когда я сейчас говорю, что я у меня там дома на маленьких грядках четыре куста разнообразной малины, сортов, да, говорит, Лена Васильевна, вы что, еще и в этом разбираетесь? И я так отступаю, потому что внешне кажется, что я совершенно из другой ипостаси, да. И это, наверное, такое маминое, ну, я не знаю, там, такое дворянское. Мама у меня врач, она сама с отличием окончила медицинский, пермский, тогда еще молодовский. Вот это, правда, такая элита, интеллигенция. Наверное, визуально мне передалось вот ее образ, да, или ее манера поведения. А папа у меня работяга. Мама шутила, говорит, есть ему высшее образование, он был министром образования Латвийской республики, был, потому что хозяйственник, я говорю, за жизнь выстроил 8 собственных домов. Он добился. Да нет, он собственных. Вы понимаете, да. В свадебное путешествие я поехала к нему в Сочи, в Лазаревку, где он купил, вот это был один из его таких экспериментов, когда здесь началась... Назовем так, перестройка. Перестройка, да. Так вот он поехал и купил, приобрел там в Сочи, в Лазаревке дом. И это как раз был период моей свадьбы, и он нас все туда звал, переезжайте туда. Ну, не я, не мой муж, который здесь служил, оказался здесь. Угу. Он совершенно к Латвии не имеет никакого отношения. То есть для него это стало его земля, да. Так и как и для мамы. Мама же привезена сюда была после университета с отличием, окончив. Поэтому, когда мне говорят, что сюда везли кого попало, я, по примеру своей маме, думаю, нет, везли интеллигенция, ехала лучшая российская интеллигенция, опять-таки, с такими благими порывами служить народу вот этой земли. Поэтому здесь нету. Но вот это папино такое начало бурлящее, экономическое, и вскопать, и посадить цветы, и малинку посадить. И яблони у меня очень хорошие на огороде растут. Я все продолжаю, сорта и летних, и осенних. Вот это моя ипостась, которую, наверное, мало кто знает, и я сегодня позволю сказать об этом, чтобы понимали, что в нас намешано очень многого. Ваши родители, они не живы или живы? Нет, папа уже умер очень давно, и я тоже очень хорошо этот год помню. Это был 94-й год. Это был первый мой конфликт на политическом уровне, потому что я совершенно никогда не думала идти в такую... Хотя, наверное, избежать не могла бы я этой общественности. Я всегда была очень активна. Мама смеялась во втором классе, придя в школу, она увидела, что я стою в центре, вокруг меня 8 ребят, и я им что-то объясняю и доказываю. А она, как я сказала, интеллигентнейший и скромнейший человек. Никогда никуда не выдвигалась. Вот, наверное, этот комплекс о том, что они репрессированы, что нельзя писать, что она же в Орловской губернии была во время оккупации, да, этого нельзя было. И у нее был комплекс, что она не может честно написать, что она была вот во время оккупации, что отец у нее репрессирован, да. Я думаю, почему? А может быть, просто от природы она, ну, скромнейший человек. То есть моя бабушка ругала, что она никогда ни новое платье, ничего не наденет. Она стеснялась надевать на себя что-то такое, чтобы не выделяться. Да, чтобы не выделяться. При этом я сказала, с отличием окончив медицинский. Да, то есть одна зубрюшка всех этих косточек и латинских терминов и всего, да. Я совершенно другая. Я все-таки говорю, я папина дочка получилась. Вот. И я очень активна. И вот это со школы. Так вот, в 94-м году, когда у меня папа умирал,
тоже очень тяжело было, потому что он вернулся из России, где он открыл свое фермерское хозяйство и выкупил огромный дом, потом нас туда звал. Вот в период перестройки он метался, где, как и что, да. Это был год, когда закрывали нашу 26-ю школу, которую я сама закончила. Вот это был, если вы исторически помните, это был первый опыт на таком государственном уровне закрытия русской школы, такой центральной, это Агентскалский район, напротив Агентскалского рынка, высоченная, прекрасная школа 26-я. Я ее сама закончила, там учились мои дети еще, и я работала в это время. И вот нас закрыли под очень некрасивой фразой приказа, в котором было написано, что для создания лучших условий для одних детей перевести сюда, значит, детей из гимназии Агентскалской. Вот с этого началась. И вот я вспоминаю, что у меня это общественная, ну, как бы сказать, мобилизация. Я должна помочь, я должна спасти, я могу объяснить, да, что это несправедливо, это нечестно. Вот это опять-таки, знаете, детское состояние, что все должно быть честно. То есть любые игры, игры в таком философском плане жизни, это тоже игра, да, и правила игры, которые задаются, все должно быть честно. И вот я вспоминаю, что я папе, наверное, не смогла уделить столько внимания, потому что я была занята вот спасением школы. А мы тогда, это был мой первый опыт, такой искренний порыв, когда я совершенно ничего не понимала ни в политике, ни в условиях, да, а просто понимала, что это нечестно. И если я так поддержала, я ведь очень поддержала латышскую интеллигенцию в период, когда началась Атмана, да, я понимала, чем они обижены. И я готова была поддерживать, потому что... И я объясняла моим коллегам, кто, в общем-то, меня так всегда отбрасывал, почему ты защищаешь. Вот эта позиция защищать более слабого, тот, кто больше в каком-то... Более слабой да, позиции. В да? позиции или несправедливо обижен, это тоже как-то вот такая выбранная позиция. Но когда произошло со школой, то у меня прошло прямо переход на другую, потому что я увидела, что несправедливость творится, и желание построить новое, справедливое, чистое общество, это просто фразы. Красивые, взятые из каких-то газет, статей или каких-то международных документов. А люди живут так, как жили, и продолжают жить. И, в общем-то, каждый тянет одеяло на себя, при этом прикрываясь очень часто красивыми фразами. Сейчас небольшой перерыв. У нас Елена Матикубова в студии. «Личное утро» программы. Пожалуйста, не переключайтесь. Новости и реклама. Микс Ньюс. Мы продолжаем. У нас программа «Личное утро». Сегодня в гостях Елена Матикубова, председатель Латвийского общества русской культуры, член консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте. Мы остановились на родителях, что папа ушел в 94-м. Да, и мне все кажется, что я что-то ему не додала. И вот это чувство держится. Мамуля, к счастью, еще жива, но совсем сейчас слаба, совершенно слаба. И я ехала утром и слушала, как она дышит, дышала ровно. И я спокойно поехала сюда на передачу. Потому что мамочку держу за руку и тяну, чтобы она еще... А сколько лет маме? 89 лет. Дай Бог здоровья маме. Дай Бог, да. Спасти Господи. Все равно, вот, знаете, ваша вся деятельность, ну, я вот, поскольку тоже в журналистике где-то с середины 90-х, я все это бурление застала, и мне приходилось сталкиваться и с таким мнением в отношении вас, в том числе, что... Вот не надо подстраиваться и вот так подлизываться, как вы ведете себя, да? Все-таки вот не хватает Матикубовой такой резкости. Вот почему она и нашим, и вашим? Вот вы сталкивались с таким часто? Не раз. Вы знаете что? Я тоже, когда получила приглашение вчера прийти, я была такая взъерошенная, даже не знаю, что про себя говорить. Я очень хорошо знаю, что всегда в обществе ко мне были практически два противоположных радикальных отношения. Да? Начиная со школы. Полкласса было за меня, и, в общем-то, я был таким ярким лидером. Полкласса меня терпеть не могли, условно говоря, да? Потому что вот выображает много, ходит еще что-то и так далее. Абсолютно нормальное состояние. Я к этому привыкла. И тут в Фейсбуке вдруг получаю в одном из тестов результат, что вы не боитесь быть самой собой. Вам все равно, что думают. Это не совсем так. Мне очень обидно, если люди не видят глубже, чем находится на поверхности. Вот интеллигентность, или, как одна из дам написала, ну, это слишком толерантно. На мой, даже не слишком, а как-то вещи –
написала по поводу толерантности. Понимаете, вот как рыба не может быть первой или второй свежести, так и толерантность не может быть слишком или там недостаточной. Толерантность означает принятие другого таким, как он есть, с его недостатками, с его другими противоположными взглядами или еще чем-то. Но толерантность – принять его. И когда вот пришло это понимание, да, это совпало, я очень так поверила в перестройку, что вот стремление не жить двойными стандартами или не говорить с трибуны одно, а дома на кухне другое, это заставило меня себя вот тоже немножечко так как бы приструнить. Да? И в этом плане толерантность, мне тоже очень многие сложно. Я есть политиков, есть людей, которых я терпеть не могу за их, на мой взгляд, предательство, еще что-то, да? Но при общении, при всем, я принимаю его позиции, его право жить по этой системе координат, по этим принципам и ценностям. Я не имею права его менять. Я принимаю, он рядом со мной. И моя позиция, если я честно говорю о справедливости, признать, что у него такое право есть. Моя задача – убедить как можно больше людей о том, что ценности или истина, на мой взгляд, в другом. Я все время добавляю «на мой взгляд», потому что я еще второй принцип, я ушла от монополии на истину. Я никому не даю права утверждать и считать, что он прав, потому что этих правд может быть много. Все зависит от системы координат. Я вспоминаю, для меня показательный урок был в 40-й школе, когда я работала, когда я разделила детей на, скажем, сторонников арабской позиции и сторонников израильской, еврейской позиции. В 40-й школе. Да, да. Интересно. И вот я о чем и говорю. И дала различную информацию. То есть систему информацию, которая в арабском мире как система логического обоснования, так и в израильском, еврейском мире. И что интересно, вот в группе арабов были и ребята евреи по национальности, которые, наверное, дома слышали что-то свое, возможно. Но к уроку, к семинару они прочли вот ту информацию, которая дается в арабском мире. И вы представляете, с какой агрессией они стали защищать и утверждать, что арабы имеют право. И вы понимаете, я смотрела на это и думала, даже голос крови или каких-то там домашних, семейных не меняет зависимость от информации. То есть, когда нам дана информация, у нас выстраивается логика, и мы с пеной у рта готовы отстаивать то, что нам кажется честным, справедливым, правильным и так далее. А проблема всего лишь в том, в ограниченности нашей информации. Поэтому свобода информации и разнообразие информации и понимание, то есть я всегда стараюсь понять, почему он это отстаивает, какие у него ценности, какая система информации дома, из газет, которые он выписывает, из радио, которые он слушает, почему он не видит шире или почему он идет только по этому вектору. И если я это понимаю, я принимаю откуда. Я не перехожу на его сторону, но я не обвиняю, не критикую, не ругаюсь, не грублю. И это, правда, многим, к сожалению, не нравится. Поэтому это мой выбор. Для меня интеллигентность именно в том, что я стою на своем, я отстаиваю свои ценности, я их передаю своим детям, кому я имею право, и то до определенного возраста. Я делаю все, чтобы мои дети были русскими по духу, по культуре, по душе, по языку. И для меня трагедия, если правда перейдет этот переход. Но даже тут, я думаю, я найду, как гарантировать моим ребятам вот эту вам идентичность. Просто, вам просто, потому что вы знаете свои корни. Да, да, это обязательно, поэтому я и курирую вот этот конкурс «Русские судьбы, русские в Латвии», да, потому что каждому надо знать, и не просто, даже если мы смешанные, ты формируешь свою идентичность, ты выбираешь. Вообще мы в какой-то мере космополиты, но, повторяю, чем больше нам об этом говорить, тем больше мне хочется подчеркивать, что я русский человек. Надевайте наушники, пожалуйста. Елена Матьякубова в студии. Здравствуйте, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вот мне вопрос гости, да, только, пожалуйста, не посчитайте это провокационным, просто меня вот это как бы, я вижу, что как бы мудрый человек, как старовер, да, вот, может, вот ваше мнение, ну, мне как бы тоже какое-то время в детстве проходило жить в Латгалии, там первые классы в школе, и там была, ну, латышская школа, ну, а одна девочка тоже из староверов, такая Катя, она там не захотела. Они, в общем, они даже переселились вот эти, где
уже не староверы, потому что староверы вообще-то жили совершенно отдельно, и они там жили как бы своей жизнью. Да. Вот. И она ходила, ну, пошла в эту латышскую школу, ну, и мама захотела, чтобы она со мной вместе в одной парке сидела. Вот. И, ну, я иногда там к ним так как бы там заходила, потому что это было по дороге. Ну, это вот, во-первых, староверы, вот вы говорите вино. Вот не знаю про вино, но вот говорили, что староверы в то время действительно они вообще алкоголь не употребляли. Да, они да. Такое вот, скажем, серьезный мат, алкоголь такой, практически вот отсутствовал. Вы правы. Угу. Да. Ну, еще немножко, да. Вот. Такое вот, ну, как эти грубые слова, как говорят, мат, они тоже никогда не употребляли. Вот это еще старшее поколение. Ну, потом уже при... как бы после 40-го года уже, ну, при Советском Союзе уже молодые, ну, следующее поколение уже там немножко смешалось, уже такого не было. И вот было так, что вот это еще отец рассказывал, что вот в 40-м году некоторые, как бы, вот из староверов, вот, когда сказали, вот наши пришли, ну, типа русские, а некоторые, наоборот, ну, вообще говорили, что это не русские, это советские, настоящие русские, это мы. Вот, это правда. И первые репрессированные, больше всего репрессировано, скажем, в 40-м году, вот в количественном, в процентном даже не было, среди русских, в том числе и староверов. Потому что если ты остался в Латвии, а не вернулся в Россию, в Советскую Россию, то предполагалось, что ты... ты однозначно против советской власти, знаете, да, но вот по поводу нашей пришли, тут тоже есть, я очень долго анализировала события 30-х годов в Латвии у нас, и события переворота Карлиса Ульманиса, и у меня даже есть такое провокационное слово, использую, как и наш слушатель, да, эссе, такая тема для ребят, время Ульманиса, это золотое время или начало изменений и присоединение к Союзу, да, или трагедия. И вот дети очень по-разному пишут, потому что то, что началось по отношению к национальным меньшинствам, обидело и зацепило очень многих, в том числе староверов, и русских, и поляков, и евреев. Мы просто не помним это, да. Но со слезами закрывались школы, маленькие школы в районах, в Латгалии, потому что вы же знаете, что староверы уходили в очень многие далекие места, при этом сохраняя внутреннее образование. То есть все были грамотны, должны были считать и священные книги, и молитвы, чтобы можно было. То есть грамотность была, но вот это образование, эта культура держалась внутри общины, потому что это передача традиции, наследство, ценностей. Без этого невозможно. И когда вдруг в Латвии в 1934 году вот эта тенденция национальных изменений пошла, среди населения разочарование было. И, возможно, кто-то надеялся наивно, что вхождение советских войск, опять-таки, даст возможность сохранить образование, сохранить культуру, сохранить традиции. Но большинство, кто знал, что происходит в России, понимало, что это тоже трагические события. Но у вас в семье в детстве всегда, ну, вы всегда видели иконы, или это была другая часть? Вы знаете что? Нет, всегда точно нет. Вот очень хорошо заметила наша слушательница, что вот эта социализация, вот глобализация, о которой мы сейчас говорим, да, она, конечно, поменяла в том числе и традиции староверов. Очень много прервалось. Очень многие из Латгалии переехали в города. И там, и там вот это нарушено. Но у бабушки с дедушкой в главной комнате стояли обязательные иконки. А, да, были, да, в советское, да, время. Да, да, да. И в советское, вот в главной комнате, где они. А у детей, то есть у моих родителей, уже у папы, да, и у его братьев, я сказала, мы все жили в этом одном доме, каждый со своего входа входил, да. Ну вот. Вот я не помню, у нас, не помню, как-то не было принято, и мама... Я даже не знаю, почему. Вот мама вообще не очень такая набожная, да, или религиозная. А папа как мужчина к этому относился, хотя в нашу общину Гребенщиковскую, да, вот, вот по всем праздникам мы ходили, да, то есть вот там на Пасху надо было, когда стоять надо было, да. Но это были вот серьезные религиозные праздники. У вас такая непубличная церковь. Да, совершенно, и там наместники. Еще звонок у нас, пожалуйста, Елена Матикубова в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. На самом деле вопросов к Елене у меня нет. У меня есть пара слов о Елене. Можно? Можно.
комплементарных. Не, давай, говорите. Не пугаемся. Да, да, да. На самом деле, я слышали. Ирину знаю лично и слежу за ее деятельностью тоже постоянно. И знаком с ее семьей. В общем, несмотря на то, что Елена, конечно, не идеал, никто не идеал, тем не менее, она умный, заинтересованный, социально активный и не безразличный человек. Знаете, у нас очень много людей вечно бурчит на тему, что все плохо в Латвии, что вот никто ничего не делает, депутаты воруют и так далее. Вот, Елена, пример, как можно заниматься общественной деятельностью, ничего не воруя, а делая только хорошее. Потому что она как бы в политике особо не лезет, но она, тем не менее, социально активная, она очень много где делает много чего хорошего. И, к сожалению, вот действительно, я тоже считаю, что здесь очень много не русских, а советских. Потому что только у советских есть такое отвращение к социальной активности после комсомола, после партии, после пионерии. Да, то есть, когда всех загоняли в эту общественную деятельность палками. А на самом деле общественная деятельность – это то, что нашей стране не хватает. И Елена – вот такой пример этой социальной активности и общественной деятельности. Так что большое ей спасибо. Успехов. Спасибо. Совершенно неожиданный звонок. Я как раз ждала. Не представился человек. Да, я совершенно ждала. И главное, знакомый голос. Я ждала, что будет критика, которую я привыкла очень спокойно, уже бойцовски настроилась, как отвечать. Я благодарна, я тоже понимаю. Это еще одна моя ипостась. Это студенческие корпорации, которые у нас были и до войны, и даже до революции. У него оба сына входят в студенческие корпорации. Это тоже совершенно малоизвестная страница нашей жизни здесь, в Латвии, в том числе и русской молодежи. И мне так обидно и так горько, что вот, ребята, я делаю все, чтобы сегодняшние ребята были активны в гражданской позиции. И тогда, мне кажется, правда, мы сумеем сохранить все, что для нас является ценностью. Вот тут большинство должно отстаивать, но большинство, я говорю, в том числе русской общины, русской языки. То есть всем, кто свою идентичность соотносит вот с этим пространством. Я даже не хочу смотреть на там, пятый параграф в паспорте, как раньше это называлось. Да? Мне важно, чтобы человек выстраивал свою жизнь и жизнь своих близких на этой земле, и стремился сделать как можно комфортнее эту жизнь в хорошем плане, в духовном плане комфортнее. Все начинается. Хотя я, мне кажется, испорченный материалист, я вижу, что экономика диктует очень многие правила, и наше недовольство нашими заработками, нашими условиями жизни, о том, что мы никак не догоним ту Европу, которая давно ушла вперед, и надо ехать туда. Но вот чем дальше живу, тем больше думаю, что духовность приварирует, она доминирует все-таки в нашей жизни, или она дает нам тот стержень, который никакими финансами ничем не заменишь. Интересно, а с какого возраста детям нужно вот участвовать в дебатах? В 7 лет обязательно, можно и раньше. А вы с отцом все-таки, ну как это... Авторитарное было воспитание? Нет. Я так понял, что дед больше, да, отец... Вы знаете, что нет. Вот вообще они все были достаточно демократично настроены, да? То есть вот справедливость в том и заключается, чтобы узнать мнение каждого. Как каждый. И дать свободу выбора. Угу. Вот все время давать свободу выбора и отвечать. Теперь я даже знаю это методически правильно. Почему мы делаем, чтобы наша... У нас же у ребят очень слабая мотивация к учебе, у ребят. Внутренняя мотивация очень маленькая, да? И только когда появляется какой-то вот практический интерес, ты видишь, что ты сам отвечаешь, и ты за это что-то получишь сам. Не раскрывается. Да. Совершенно начинается другая энергия, другой поток. И я ужасно влюбчивая. Я влюбляюсь в своих учеников постоянно, независимо от возраста. И они это чувствуют, да. То есть симпатии были... К счастью, я контролирую о том, чтобы это никак не сказывалось, и это иногда обижает, потому что традиционно любимчики в школе часто имеют какие-то льготы. Один из, ну, достаточно тоже сейчас известных и журналистов, такой, вы помните, у нас был Дима Петренко, ведущий, да? Да, помню. А сейчас он занимается режиссурой. Это ученик, я вела тот класс, в котором он был. И я помню, на выпускном он сказал: Елена Васильевна, как плохо быть у вас любимчиком. Вы придираетесь к любимчикам больше, чем ко всем остальным. И это правда. Понимаете, если я приняла человека, он мне нравится за что-то, за вот свою активную позицию, за творчество. Очень люблю творческих, нестандартных ребят, да? Но никаких льгот при получении оценок
этот человек не имеет, а наоборот, я к нему, я делаю с него более сильную личность. И если ребенок не готов, он начинает обижаться, разочаровываться во мне. Ну, я понимаю, значит, он еще не дорос. Но все-таки стараюсь дать как можно больше. А у вас же отца звали, вы сказали... Василий. А, Василий. Василий, да. Логин, Василий. Еще он был. Mm-hmm. Дедушка. А, дедушка Логин. Да, mm-hmm. Это такие интересные имена. Елена, я в честь бабушки Елены. У меня бабушка была Елена. Так что вот тоже спорится, рекомендуется ли давать имена предков, знакомых или кого-то. Говорят, что как бы можно повторить судьбу. Я тоже анализировала и думаю... Повторила ли я бабушкину судьбу? Не знаю еще, в общем-то, жизнь не прожита. Но в том, что бабушка не выходила, и все невестки над ней иронизировали. То есть выйти на улицу и пойти, скажем, в магазин за хлебом или еще куда-то, не подкрасив губки, не надев блестящий платок, она не могла. А невестки, которые было все равно, они все были привезены, да, они как-то думали, ну, какая разница, как я иду. Бабушка не могла. Вот я иронизирую иногда. В этом вы схожи, да? В этом я схожу. Губы подкрасить надо всегда. Вы занимаете все-таки очень серьезную, важную должность. Это при президенте Латвии, да. В консультативном совете. Вот... Тоже слышала много критики об этом совете, о том, что реально он ни на что не влияет. Это собрались люди такие, ну, полусоглашатели, которые, в принципе, ну, по сути, ничего не дают никому, ни той стороне, ни другой. Угу. Просто это красивое название, может быть, такое условное присутствие нацменьшинств возле трона, ну, грубо говоря. У вас есть инструменты реально повлиять на президента? Или вы просто выслушиваете мнение друг друга и все? Вы знаете что? Вот ваш вопрос уже в нем есть, на мой взгляд, вектор не тот. У нас с вами парламентская республика. Вот я сейчас выступала в Италии, рассказывала о нашем опыте, в том числе об участии, и говорю, у нас парламентская республика, у нас президент – это фигура генеральская, да? Он презентует только власть, он представляет. Никаких серьезных полномочий или конкретных действий он применить не может. Кроме одного, задержать тот или иной закон на какое-то на рассмотрение или еще что-то. Извините, Затлер Сейм распустил. Да, это есть. Вот, вот серьезное полномочие. Это крайние полномочия, и он пошел ва-банк, потому что он понимал другого пути, ну, скажем, остаться в какой-то истории у него нету, да? Ну вот, но очень многое. Вот я вам сказала, что мы заложники информации, которую мы получаем во всем, да. И, к сожалению, президент наш то же самое. Я вижу, что он приходит часто настроенный, в том числе, наверное, и по образованию, настроенный на то, вот как подается в латышской печати. Моя задача – дать совершенно другую точку зрения, показать позицию национальных меньшинств, и я это делаю. Вот Дмитрий, который звонил, еще не знает. Я тоже с одним из политиков такого крайнего крыла встречаюсь, но на всех международных встречах европейского, ОБСЕ, я очень честно и точно говорю все наши болевые причины. И в этом плане меня любят, но этого никто не знает. И я сейчас это озвучила не для того, чтобы, скажем, ну вот похвалиться, какая я. Это моя функция. Я взяла на себя эту обязанность. Поэтому я говорю прямым текстом все претензии, которые общество, и как раз часто радикально настроенное общество, чтобы показать этот взгляд и эти настроения среди особенно русских. Да? И эта информация, вот вы знаете, несколько раз. То есть... Но вы, получается, просто доносите информацию, что могли бы делать его пресс-службы, например, знакомя его не только с латышской прессой, но и с газетой там, «Сегодня» и так далее, и другими. То есть ваша функция, наверное, все-таки в другом немножко, не, просто... не только в донесении вот информации. Вы понимаете, я не для него доношу, я сказала сейчас о европейских комиссиях, которые здесь приезжают, на которые нас регулярно приглашают. Очень часто пытались приглашать вот именно тех соглашателей, о которых вы говорили, да. Я, к счастью, сама знаю, что я говорю, где я говорю. И вот помяну Митрофанова, с которым мы тоже на ряде каких-то мероприятий встречались, он потом тихо сказал, она говорит все, что надо, и говорит словами резкими, категоричными. Но я это могу позволить только, когда четко меня спрашивают по конкретной ситуации. Да? Я это делаю, как правило, с улыбкой на лице. Я это делаю очень интеллигентно, но прямым текстом, достаточно жестко и четко.
Но это не афишируется. Я не для того, чтобы похвастать, а для того, чтобы очень честную дать диагностику. А вот хорошая диагностика – это совершенно немало. Да? Но я сейчас говорила об общественных. Если говорить о президенте, поверьте мне, что все, кто есть в окружении президента, они уже запрограммированы. У них уже есть концепция. Для меня одна из трагедий нашего общества, что мы не создали концепцию единого нашего государства, которое общая мы создаем. Общая община. Да, общий. Да, мы не создали даже совместное. Даже название не придумали. Латвиец, да, латыш. Да, да. Вот это самая, на мой взгляд, большая концептуальная государственная ошибка. И попытка сломать или как бы подправить эту ошибку, потому что мы не общаемся. И, к сожалению, мои очень хорошие знакомые среди латышей, они все за, вот я говорю, Шорины. Зашорены в той информации, которую дает и телевидение, и газеты, и все. Конечно, кто-то читает, но открывая газету «Вести», там уже стоит штамп «А». У них будет про это. То есть настолько запрограммировано, кто про что будет писать, что уже аналитику люди, как правило, не включают. И президент очень много, понимаете, доверяя нам, понимая, что мы не противники латвийского государства, он, скажем, вес нашей информации, не только информации, но вес нашей информации значительно выше. Но попытка повлиять и даже его... Вот вспомните попытку его дать гражданство детям родившимся. Да. Как мы разрабатывали практически в течение года, полугода пытались такую мелочь пропустить. И она закончилась печально. Это ничего не получилось. Вот это пример возможности нашего президента. Да, но он у нас смог, одна минута. Да, он смог донести, что родители, они забывают, что ли, дать гражданство те дети, которые родились. Он хотя бы это смог сказать, что... Ну, такая возможность на самом деле была, если родители не против, если они заявление пишут, да? А здесь автоматически присваивать. И, я говорю, такое благое, такое доброе, светлое дело... было все равно за мусолено. Может быть, вам тогда ассоциационный совет при премьер-министре нужно делать? Наверное, потому что сейчас он тоже функционирует абсолютно в одной национальной идее. Спасибо. Вот мы, к сожалению, закончили не на личной ноте, но это тоже часть личности, правда? Идея. Вся эта работа. Да. Идея. Да. Спасибо большое. Елена Матейкубова, председатель Латвийского общества русской культуры и член консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии, была с нами сегодня в программе «Личное утро». Спасибо. Успешного и хорошего дня вам тоже. Да.